за то, чтобы люди нормально отдыхали. Даже просто там, без дач, человеку приятно вот постоять хоть на земле. Ведь мы в Москве иной раз забываем вообще, что такое земля. Асфальт, бетон, стекло, химия, цемент. А это все-таки вот дом деревянный, и рядом тут же вышел земля. Там вот гамак у меня, я могу на гамаке, допустим, там полежать, хоть вспомнить детство, когда тоже, может быть, лет 40 назад последний раз лежал, вот и опять здесь можно. Петуха мы здесь завели, но он кукарекает, да, с 4 утра начинает кукарекать. Поэтому убрали. Вот сейчас собака.